Tarpeia. Olim sabini, cui invatio habitabant, magno exercitu Romanus hostes suus apuniaverunt. Однажды сабиняне, которые жили ну, в Лацио или Латиуме. В Лации. Хорошо. Это большие римские экзеркиту. Это какая часть речи? Вот мы только что это обсуждали. Смотри, давайте глагол в конце сначала переведем. Пугнаверунд. Ну да, они напали на своих врагов. Напали на кого конкретно? На своих врагов, а именно на Романус, да? Угу. На кого? Ну, на римлян. Да, теперь смотрите, вот эти аблативы, да? Ну, тут нет аблативов абсолютно, но это аблативы. С помощью чего они напали? Я думаю, так. С помощью чего? Пехота есть значение. Ну, можно сказать, что это просто войско. Угу. Какое войско? Магно. Ну, большое, да. То есть не просто вылазку сделали, а они с большим войском. Экзеркитус — это, прежде всего, армия какая-то, вооруженная сила. И вот с таким большим войском они на него напали. Дальше. Qui quidem portis clausis urbem suam defendere conabantur. Которые со своей стороны... И здесь опять, наверное, облативус абсолютус. Когда двери... Наверное, да. Двери — это от глагола «клауда» — закрывать. То есть, когда ворота закрылись? После закрытия ворот, скажем так. Или за воротами, естественно, что само собой. Свой город собрались защищать. Конор, да, ну, пытались, наверное, да? Пытались, mm-hmm. пытались защищать, что есть тоже, естественно. Дальше. Михаил, а можно вопрос, а как Марк Квидом перевел? А, это не ко мне, я забыл. Таким образом? А, угу. Со своей стороны, со своей стороны. Да, просто они же со своей стороны, да? Да. Закрыли ворота, или после того, как ворота были заперты, попытались свой город защищать. Угу. Так, дальше. Сабини веро фортиссимо пугнантес компайне кеперунт. Сабиняне же, а вот тут как бы неотважные, как бы неотважно бьющиеся, да? Да, сражающиеся очень, весьма отважно, очень отважно. Они что? Кеперунт. Они взяли, они почти как бы город взяли. Пайны, да, это с трудом, что ли. Помните, мы говорили, есть на речи Викс, да? А есть пайны. И то, и другое примерно одинаково переводится с трудом, с большим, едва захватили, да? Дальше, пожалуйста. Романику и Стренуи Милитесерент, Бревис Кладиус, Галлиас, Эксферо Фактас, Лонгес Хастес, Геребент, Куйбус Семпер, Парати Эрент от Пугнандум, от Сабини Кокуэ Оптима Арма Хабебент. Римляне, которые были решительными воинами, геребант, это, ну, несли, да? Mm.
Наверное. Ну, несли на себе что-то такое. Да, что несли? Короткие мечи, шлемы, сделанные из железа. Да. Длинные копья, угу. Которые всегда были были готовы, да. Подготовлены, ну, наверное, к битве, да? Да, только кто были готовы к битве? Квибус Паратиер, Квибус. Не Кви, а Квибус. Ну, в смысле, к мечам это или... Кто были готовы, давай ответьте, Паратиер. Кто были готовы, кто субъект? Ну, наверное, римляне. Да, римляне. А Квибус тогда как? Вы перевели, по-моему, который, да? Да, ну, я имела в виду римлян. Ну, как точнее перевести Квибус? А Квибус-то это же это что? Ну, это либо Аблатив, либо Датив, да? Угу. Ну, кто это такие? Или что это такое? В смысле, какой оборот или... Кто это такие? Кто имеется в виду под Квибус? Ну, римляне. Нет. Мечи. Римляне, типа, это вот эти все орудия. А, орудия, да, хорошо. А, ну, посредством которых, да, которыми... Посредством которых... Да, точно, угу. Точно. Аппарати эрнт, это уже римляне, это уже номинатив, с помощью которых, посредством которых они всегда... при поддержке, при помощи которых они всегда были готовы к сражению римляне. Так, и дальше. Да, но с другой стороны, как бы сабиняне также имели отличное оружие. Ага. Отличное оружие, да, оптимарма, да. Дальше. In braccio sinistro vero. Quoscuta tenebant armillas aureas gerere solebant. Uh-huh. А на левой же, ну, это часть руки, как это называется, от локтя до кисти. Ну вот, на левой же вот руке, которая держали... В которой они держали скута. Которые держали щит. Да. А золотые браслеты. Не щит, а щиты. Щиты. Да. А, золотые браслеты имели обыкновение носить. Да, вот он слева нарисован, армила, да? Они обычно носили или имели обыкновение носить, да, вот эти браслеты. Дальше. Весь? Давайте. Торпея, quae improba et mala puella romana fuit, e sebe sabinorum ornamenta, quae procul ex Romae moenis in sole lucentia conspicerat, habere cupiebat. Эй, эним, пухерима, эссе, видебанту. Так. Хабер это. Хабер. Хабер, да, хорошо. Торпея. Ну, которая нехорошая, какая-то непорядочная и плохая римская девушка была. Это те, наверное, да? Те... ну, украшения сабинян, которые конспихерят.
это рассматривала, да? Которая далеко от стен Рима рассматривала... А вот тут я немножко не понимаю. Купие Бадхабера. Ну, она желала иметь, да. А вот Инсола Лукентия, это в лучах солнца, что ли? Не получается по бодижам. Так, а сол какого у нас рода? А, это, наверное, в одиночестве, да? Нет. Ну, соло — это аблатив вообще. Ну. Солнце. Я не могу слово Юкентия найти в словаре. Подождите, Лукентия — это причастие от глагола лукио. Это э. Сейчас я покажу. Вот с чем согласован. Э. Орнамента. Вот тоже, да, зеленым помечу. И Лукентия. Давайте я сам переведу. Те украшения сабинян, которые она видела в качестве блистающих на солнце. А. Блистающие украшения сабинян, блистающие как инсоли на солнце, она, которые она видела издалека с укрепления Рима, она хотела их получить. Поняла. А, да, желала им, ну, получить, иметь. Ей ведь виделось. Ну, эти украшения, я так понимаю, казались ей. Да, казались красивыми. Да, это номинатив с конфинитивом. Ведь ей казалось, что они самые прекраснейшие. Не просто красивые, а в высшей степени прекраснейшие. Дальше. Конем игитур купидиссима факта эрет илут аурум хабенди нокту эксурбе эксит квия сабинорум кастра петре валебет. Так как тогда был купидиссима факта, это какой-то факт, это слово фактум, указ, может быть, или повеление. Ну, да нет. А какой тут? Давайте подлежащий, может, найдем. Потом выясним, что такое факты и все прочее. Ну, подлежащий, наверное, аурум. Да, аурум — это золото ведь, да? Угу. Золото среднего рода. А, вот. Ну, то золото взять. Эрот, да, подождите. Эрот. То золото а. Было... Да, причины, наверное. Купидиссима факта эрот, так, да? Угу. От какого глагола, да? Так, от какого глагола факта? Да? Ну, от факела делать. Да. И купидиссима — это тоже средний род. А, нет, это не может быть средний род. Тогда, знаете, наверное, факта не согласована с золотом, да? Это, то есть факта — это еще может быть женский род единственного числа, да? От факел. Вот так, наверное. Тем более, что золото у нас в единственном числе здесь, тауром, да? Смотрите, поскольку, следовательно, да, квониум игитур. Это, видимо, девушка. Она женского рода. Поскольку она как бы сделалась, была, пришла в состояние
в состояние, когда она в высшей степени хотела хабенди, иметь что? Илу. Да, иметь золото, завладеть, наверное, золотом. Да. То, поскольку она в таком возбужденном состоянии была, то она, да, что сделала? Вышла ночью из города. Да. Так как Кве? Так как Кастра — это военный лагерь. Подожди, Валебут. Да, так как хотела Петре хотела потребовать или, ну, хотела, да, хотела достать, да? Ну, достичь, скажем а, так. А, достичь, да-да-да. Так как хотела достичь лагеря с обеднем. Ну да, вот и все. То есть они ночью не давали ей покоя, она ночью встала и пошла туда, по вражеский лагерь. Так, Марк, давайте. Постквам илук первенит о Сабине инквит. Си михи дабитис эа, квай ин брахис синистрис геритис, статим вобис портас апериам эт виам монстрабо, qua in urbem ingredi poteritis. Poteritis. Затем подошла туда и сказала: о сабиняне, если вы дадите мне это, То, что на левых руках носите, тут же вам, наверное, это будущее время, да? Апериам и Монстрабо. Открою ворота, да. и покажу дорогу, которой, ну, в Аблативе, по которой, да, вы сможете войти в город. Ингредит, что за честь речи? Ну, вот этот герундив, наверное. Похоже, да, действительно, там да есть вот это, да. Но нет, это глагол отложительный ингредиор. Вступать. Это инфинитив. Но он пассив с активным значением, потому что глагол отложительный. По которой вы город ингредит, то есть войти, сможете. Дальше, пожалуйста. И такое Сабини кви кудисими эрент урбам экспугнанди торпеем секути апортес урбис перверунт класс торпея статим аперунт. Итак, сабиняне, которые, ну, как бы в высшей степени желавшие были завоевать город, да? Секути. Секути — это глагол секвар. Секвар, да. Секвенция. Ну да, это проводили, что ли, или ответили. Или следующие за кем? За торпеей. Вот этой. Ага, последующие за торпеей. К дверям города подошли, к воротам, да, к воротам города подошли, которая торпея, ну, как бы, тотчас открыла. Это абсолютно верно, да. Дальше. Варвара. Хостес ин урбан ингресси импету ин романус факто бреви эс викерунт атко магнам прайдам киперунт. Враги вошли в город. Вот это тоже, это от глагола ингредиор уже, да? От того же самого глагола ингреди, да? Ингредиор. Да, вошедшие в город, да, они
Ну, Причастие, вошедшие в город, угу. Они, давайте пропустим, может быть, какой-то оборот облативный. Ну, они как бы одержали короткую победу, да? Да, они, от глагола винко, они быстро, их, эус, это кто такие эус, победили, да? Ну да, они быстро их победили, а также много, ну, награбленного, да. Ну, буквально в единственном числе большую добычу. Да, взяли большую добычу. Да, теперь смотрите, возвращаемся к обороту, который запятыми отделен, да, импету in romanus facto. Facto – это причастие, как вы понимаете, да, в каком падеже, ну, понятно, в каком, да? Как бы они натиском на, ну, как бы совершили натиск, ну, как бы держали победу натиском, что это такое? Да, но ну, какой оборот, я все-таки хочу от вас услышать. Да он будет повторяться постоянно, как и генитивус абсолютус, да, в греческом. Ну да. Аблативус абсолютус, да. Аблативус, да. Привыкните, да, что он на каждом шагу. Здесь подлежащий это импетус. Это уже не хостес, а импетус. Импетус это импульс, или натиск, или бросок. Факто это причастие. После того, как этот натиск или нападение на романов было произведено, на римлян было произведено, они их, римлян, быстро победили и большую добычу захватили. Mm-hmm. Так, облативус абсолютус. Облативус абсолютус. Дальше. Постквам мультос хоминес интерфекерант, домус инкендерант, орнамента... Numos et alias res pretiosas abstulerant, iam fessi pugnando, et studiosi in patriam suam revertendi, terpeiam praemium expectantem apud portas conspexerunt. Затем многие люди были убиты. Подождите, а где Хоминес, в каком падеже? И номинатив. Или аккузатив. А, нет, номинатив. Нет. Нет, аккузатив, значит, да. Угу. Ну, мультус, смотрите на мультус, это же точно аккузатив, да? Да. 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 Значит, затем убили множество людей, сожгли... Ну, я думаю, после того, как, да? После того, как убили множество людей, они сожгли дома. Да. Украшения, деньги и другие ценные вещи забрали. Так, Пугнандо. Фесси, важное слово фесси. Дрались, фесси, утомленная. Это глагола фатиско, изнемогать. То есть уставшие, уставшие, причастие во множественном числе. Уже уставшие от чего, пугнанно? А, уставшие драться. Уставшие от сражения и не только уставшие от сражения, а еще студиози какие. Студиози. Наверное, желавшие. И стремящиеся, желающие. Да. К чему? А вернуться на родину, на свою родину. Да. Конспексерунд. Конспекто, это видели, смотрели. Наблюдали. Они заметили, можно сказать, конспект.
ЦЕРН. Заметили кого? Заметили... Торпею, ожидающую... Точно, ожидающую участника. В воротах. И премиум... Ну, премия. Ожидающую награду. Да, видели ее, ожидающую награду в воротах. Да. Заметили глагол conspicuo, да? Conspecti, conspectum, conspecti. Заметили кого? Торпею, которая, можно через придаточное перевести экспектантом, которая ожидала награду у ворот. Так, дальше, пожалуйста, Аня. О торпее диксирунт quamquam мало, et improbo femina nobis videre sesse, dabimus tamen ut policiti sumus e quae in brachis nostris sinistris gerimus. Так. О торпее сказали, хотя плохая и непорядочная Видерис. Это, наверное, это номинативу с конфинитива, да? Да, с дативом, да. Ты видишь? Что ты... Нет, ты не видишь, ты кажешься. Ты кажешься плохой и непорядочной девушкой нам, да? Так, нам кажется, что ты, или нам представляешься ты, что ты девушка плохая и непорядочная. Хотя, да, хотя ты такой нам кажешься, тем не менее... Мы дадим, Да. Однако, как поликите, это как обещали мы, что ли, да? Да, как мы пообещали. Так. Так, Ну, это... Ну, это не аблатив здесь. Это, мне кажется, аккузатив, множественное число или нет. Я не понимаю, что здесь ну, как бы те, да, наверное. Те украшения in brachis nostris. Я вообще не понимаю сейчас. No. Которые на руках мы несем, да? Ну, давай с самого начала приложи. А, я поняла. Мы дадим тебе украшения, которые те, которые мы на руках левых носим. Да? Ну да. Вот и все. Эквай, те, которые на запястьях наших левых мы носим, да. Дальше. Давай. Торпея лает адмилитес акисит, куик видем ридентес ин эам нон армилес, сет грависсима суа скута зикерунт. Да. Торпея радостная к воинам, солдатам подходит, ну, подошла, которые... ну, как бы со своей стороны, в свою очередь, смеясь над ней, ну, якерунт это бросили, да? Да. Не браслет, но тяжелейшее свое какое-то блюдо, либо чашу. Нет, это эти щиты, скута. Они в нее бросили не украшения, а свои тяжелые щиты вот эти в нее бросили. Ну, по сути, они делали, мы ее убили просто тем самым. Торпея мультис скутис опресса, ад терам кекидит, эт мортуа иби якуит. Торпея, ну, задавленная множеством щитов, многими щитами, упала на землю, и мертвая
Якует. Это от якео лежать. И легла. Якео. Легла мертвая. Ну, лежал. Лежала мертвая. А Иби? Иби здесь. Ну, там, да. Там. Лежал. На торпее, задавленная многочисленными щитами, на землю упала, и мертвая там лежала. То есть они убили ее фактически.